Книга «Открытым оком», том 2, тема «Природа», вопрос 870. Дети рождаются с волосами по телу и с хвостом, так называемый атавизм. Как это объяснить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Многое мы никогда не сможем понять и объяснить. До этого и не требуется. Просто нужно благодарить Бога и за все просить прощения у Него. 3 Ездры 5.8. Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь, дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Быть может, на это будет такой ответ. Иоанна 9.2.3. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».